Привет, меня зовут Шамбо, и мы с тобой играем в Готику. В прошлой серии мы осмотрели кладбище орков. Там, в общем, ничего не нашли. Наш друг идол Люкор сошел с ума. Раньше все было намного лучше, Да и но раньше то, что все было намного сейчас. лучше, Давай как лучше говорят на фоне. В общем, принесли эти вести Курангару. Он Почему расстроился, нельзя сказал, пора лечить? лечить Юбериона. Раньше все было Добыли намного травы лучше. для Юбериона, вылечили его. И он Что-то не сказал нам то. лишь одну Вещдому вещь. нельзя доверять. Вокруг слишком Спящий много — это не предательств. то, Еще чем он время нам одно и то. кажется. Мы Контролировать не его должны невозможно. пробуждать Еще его. время одно и то. И Курангар поразмыслил, Окей, сказал, что отправим тебя к надежды Юбериону. больше нет. Хватит лжесвидетельствовать. Отправляйся-ка ты к магам в новый лагерь и помогай Не им. думаю, В что общем, мы быстро забрали найдем альманах Юбериона. и юнитор и направимся в Что-то новый лагерь. случится. Но Больше так как боюсь, новый что лагерь оба находится объекта этим на закончатся. другом конце острова, мы Закончатся. будем по пути осматривать и зачищать многие места. Вот ты Такое со говоришь. мной больше не Я случится. проверил, Мне мне тоже. тяжелый доспех по-прежнему отказываются продавать. Не Не хотел бы хотят я, чтобы просто. со мной поступили Поэтому так же. купим, во-первых, кучу свитков. Обмен. Я хочу приобрести магические свитки. Свитки необходимы хотя бы для того, Не чтобы хочу я больше убить общаться того с тобой. мракорица, который охраняет вход в башню около маяка. Ну и разных противников можно будет побеждать. Так, кулак ветра. А здесь нет у тебя огненного какого-нибудь свитка там? Нет, огненных нет. Чары не нужен. Контроль. Думаю, что тоже не нужен. Лечение нет. Свет у нас и так есть. Пирокез. Урон в секунду 20. Интересно. Давайте приобретем тоже. Магическая сила света. Нет, телекинез не нужен. Превращаться ни в кого я не хочу. Хотя можно взять превращение в мясного жука парочку, чтобы, если будет необходимость, куда-то можно было пролезть. Остальное докупаем свитки кулака ветра. Ух ты, как дорого все. Надеюсь, мне есть что тебе продать. Крашу рок. Орочий молот. Я думаю, не продавать, потому что это самое сильное одноручное оружие, которое мы нашли. Краш паг продаем. Второй тоже. Меч бастард. Да, не нужен. Все варки продаем. Боевые мечи. Хороший меч туда же. Стальной язык не нужен. Молот оставим. Длинный лук пусть будет. Этим мы набрали только 323 монеты. Так, а какую руну нам отдал Курангар? Телепортация, может, он мне еще что передавал? Лечение? Нет, лечение у меня свое было. Так, а остальное, чем же мне добить? Повторяющийся рецепт у меня есть? Нету. Давайте разным. Так, яйцо ползуна пусть будет. Пластина тоже пусть будет. Пакет с травой. Вот мы можем отнести в новый лагерь, флаконы кончаются. И руды у нас мало. Вроде никуда не трачу, она уменьшается. Сырая сталь. Можно изготавливать мечи, но это очень долго. Факелы нет смысла продавать, как крылья. Я варил зелья, они не потратились, значит их продаем. Потому что в описании какого-то зелья читал, что там требуются крылья. Если понадобится, то мы еще набьем шершнем рожу и заберем с них все. А шкура мракориса. Пусть будет, мне кажется, это очень редкий предмет. Шкура шнега, вот ее можно продать. Черпак, лютня, клыки. Тонну клыков продадим, и мне кажется, будет в ноль или нет. А ну, с когтями сейчас выйдем в ноль, наверное. Я надеюсь. Я не хочу отдавать руду. Жало шершни. Туда же. Коготь шныга. Пару новичков. Мне-то до сих пор не хватает. Что ж ты будешь делать? Такая это что? Коготь шныга с плотины.
Нет, это пусть будет, мало ли, не знаю, куда-нибудь понадобится. Так, может, действительно каким-нибудь пивом добить? Суп из кореньев. Очень мало лечит, продаем. Это пусть будет крепкое пиво. А, бонус к максимальной жизненной силе. Так, это надо выпить. Так, рисовый шнапс. До 10 продадим. Но мы его не пьем, и по заданию вроде никуда не надо. Вино. Также пусть 10 банок у нас будет. Ладно, 8. Остальное пиво. Отлично. Подтвердить. Закупили тонну свитков, и, соответственно, в случае чего мы сможем отбиться от того же Мракориса. Я буду надеяться, что урон ветром я ему тоже нанесу. Потому что кулак ветра наносит урон ветром. Как бы логично это не было. Хотя, стоп, погодите-ка. У нас есть защита от оружия, стрел огня и магии. Следовательно, это явно не огонь кулак ветра. Это явно не оружие, как мне кажется. А от магии меньше всего защиты. То есть наша броня, например, защищает хорошо от того же оружия. Стоп, как мне выбраться отсюда? Так вот, чего защищает наша броня? Хорошо от оружия, кое-как от огня, плохо от стрел и никак от магии. Поэтому если у кулака ветра урон как раз магии, это будет замечательно. Где я нахожусь? Болотный лагерь вот этими моментами порой путает до невозможности. Сколько серий прошло, я никак и не понял расположение местных домушек. Итак, предлагаю прерваться ненадолго, а вернусь, как буду в руинах напротив маяка. Итак, я добрался снова до руин напротив маяка, и мы будем использовать заклинание «Шторм». У нас, оказывается, 3 таких свитка есть. Но сначала давайте включим свет, потому что опять уже ночь начинается, которая очень быстро приходит. Итак, Мракорис, выдержишь ли ты шторм? А где он? Сидит. А ты не хочешь выделиться? В смысле, ему урон не нанес? Так мало. У меня больше свитков шторма нет. Кулак ветра срочно. 5. Мракорис. Получай кулаком ветра. Ай. Не получается. Бегаем. Бегаем. Немного не хватило. А, меня сейчас убьют. Нет, я выжил. Ты же за мной не пойдешь? Нет, вроде не идет. Плохо. Очень-очень плохо. Какой же он живучий получается. Так, лечимся. Каждого зелья понемногу. А нужно восстановить теперь еще и магическую нашу энергию. Так а чем его тогда добить? Кулак ветра не действует, как понимаю, на него. Вот есть еще пирокез. Не знаю, поможет или нет. 7. С одной стороны, вроде мы ему наносили урон огненным шаром. С другой стороны, огненная стрела его вообще не ранила. Он уже очень сильно израненный. По идее, должны добить. Вот, выдели его. Вот почему он не выделяется. Так, я его заколдовал. Ему, мне кажется, абсолютно параллельно. На
Мой удар... Да ладно, я его добил. Критический удар прошел отлично. Победа. Что за зелье? Постоянного эффекта? Нет, не постоянный эффект, а какое-то обычное зелье. Итак, откроем же башню. Что тут могло быть такого? Ради чего стоило рисковать? Вроде никаких врагов я не вижу. Так, здесь книжки. Здесь флакон. А почему ты не хочешь вот эту табличку поднять? Здесь рецепт. Два маленьких сундучка. Столик алхимика. Что за рецепт я поднял? Он был синий. Рецепт силы духа, магической энергии. Это у нас все было? Лечебное зелье фортуна. И опять дублирующийся рецепт подобрал. Это-то вроде я читал уж. Да. В общем, какой-то рецепт на магию я подобрал. Вот он. Обычно воронья трава растет в темных местах, в пещерах, в тени скал. Удалите сухие части растения, отварите целиком. Вместе с корнями. Так можно получить экстракт магической энергии. Но это нам не так уж и полезно. А что в сундуках? Превращение в кротокрыса, немного стрел, немного руды. Опаньки. Юнитор из развалин монастыря. Один из пяти юниторов, которые использовались для создания магического барьера. Я, кажется, представляю, какое задание будет от магов воды. Найти все юниторы. У нас уже есть два из трех. Так, опять руда, ерунда. Превращение в падальщика, волка и флакона. Я, если честно, рассчитывал в этих руинах, которые оказались монастырем, найти оружие, а не какой-то юнитор, который я не могу применять. Ну да, валяется он у меня в инвентаре, и классно. А дальнейший маршрут. Можно, конечно, попробовать опять сходить на маяк там, в тех огромных катакомбах подраться со скелетами. Я не знаю, конечно, стоит ли это делать в очередной раз, но давайте попробуем, что ли. Вернусь, как буду у маяка. Итак, я вновь добрался до маяка, отправляемся внутрь. Посмотрим, сможем ли в этот раз мы его зачистить. Прошлые две, по-моему, попытки, или даже три, я продвинулся не особо глубоко. Последний раз даже не могу вспомнить, кто мне помешал. Так вот, здесь я скелета победил. Здесь было вроде два пути. Так, здесь пещера, да, по вот этой пещере я спускался, и там было что-то сильное или слишком много скелетов. А что здесь? Замечательно, здесь тупик. Это очень упрощает задачу. Значит, путь у нас один. Аккуратно и осторожно спускаемся вниз. Кроме того, нужно сохраниться, чтобы лишний раз не пробегать это расстояние. Поворот налево и путь прямо. Зелье, еще одно. Шнапс, факел, сгоревший, правда. Ух ты, как темно. Это я обратно вернулся к тому же месту или... Да ладно, это лабиринт какой-то. Да, очень похоже на лабиринт. Опаньки. А вот и наши минотавры. А
Они могут от меня отстать? Или я от них, например, убежать? Да, могут. Как же он меня быстро разбирает, этот скелет? Отвратительно. Ладно, попробуем не встречаться с минотаврами, а как-нибудь безопасно здесь осмотреться. Мне однозначно нужна броня получше, либо научиться сражаться с блоком. Так, здесь никого. Нет, здесь есть пиво. Тут выход к двум скелетам. Там дальше еще стоит один. Нет, сюда я не хочу. Здесь тупик. Значит, надо как-нибудь одолеть этих двух скелетиков, которые меня атаковали. Один из них был воин. Но воин какой-то уж слишком сильный. Еще один тупик. Может, я его сжечь могу, например. Не зря я заклинание покупал. Ампирокис 7. Попробуем. Поджечь и убежать. Мне кажется, это отличный план. Где-то они тут были. Так, вот первого вижу. Вот, и он тоже меня видит. Убегаем. Убегаем. Он отстал? Да, отстал. На обратном пути надо бы его сжечь. Я его поджег? Вроде как манну я потратил. Магическую силу, которую... А, если и поджег, то ему на это параллельно абсолютно. Так, идешь за мной? А, их двое. Ай. Не бейте меня. Может, их вообще отсюда вымолить? Убегаю, буду лечиться, и потом за несколько заходов я одолею их рано или поздно. Все, больше не бежит же. Жаль, зелья на них тратить, вот честно. Вроде не такие сложные соперники, просто у меня нет сильного оружия. Либо бицухи, чтобы сильнее бить. Отлично. Главное, чтобы он из-за угла сейчас не появился внезапно. Почему ты бегаешь? Отлично. Одного сломали. Теперь идем за вторым. Может, второй будет каким-нибудь скелетом-разведчиком хотя бы. Древний топор. Откуда у него силы столько урона мне наносить, не ясно. Сохранение, естественно. Что-то я подумал, что до этого смотрел как раз-таки в тупик.
Так, тебя на лестнице нету. Опять ходим по воздуху. Нету. Вернулся на свое прежнее место. Может, в него кулак ветра зарядить? Нет времени. А так можно было? То есть вправо-влево, 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 весело. Никаких проблем не знать. А я тут пытаюсь какую-нибудь комбо красивое прописать. Вперед, вперед, вправо, влево, куда-нибудь еще. А вправо-влево, вправо-влево, скелет не может подойти. Кроме того, если то же самое повторять с нашим двуручным мечом, там же куда больше дистанции атаки будет. Возможно, это имеет смысл. Сейчас перевооружимся. Так, и что они охраняли? Они охраняли абсолютно ничего, только опыт в виде своих костей. Допустим, идемте сюда. Тут тоже тупик. Да, тупик с бочками. А здесь? Здесь просто тупик. Значит, нам нужно идти к той орде скелетов. Вот к ним идти никакого желания у меня нет. Их слишком много. Они нас запросто окружат и разделают. Еще вспомнить, как туда идти. А вот как раз. Ну что ж, пробуем. А, это обычный скелет. Ох, да, действительно, ох. Тут целая орда за нами бежит. Здрасте. Еще одного нашел. Как будто мне этих не хватало. Тихо. Лечимся. Одно зелье, чтобы побыстрее, остальное добиваем мясом. Которое, между тем, уже подходит к половине своего числа прежнего. Так, кто за мной бежал дольше всех? Никого. Привет, скелет. Очень-очень медленно я машу этим двуручным оружием. Супер. Я тут менять решил оружие, а ты ко мне подбегаешь. Отстал? Вроде бы отстал. Лучше будем тогда бегать с одноручным, оно как-то побыстрее и... Да, дистанция атаки у двуручного больше, но... Этот скелет успевает нам урон нанести. Говоря уже про воина. Так, несущий смерть. Снаряжайся снова. Но они по-любому должны что-то очень ценное охранять. Потому что их там очень много. Если они ничего не охраняют, это будет печаль... Беда. Так, скелет воин. Вот еще один подбежал. Давайте вы по одному будете подходить. Иди сюда.
Отлично. А второй где? Где второй, который первый? Неужели он спрятался за углом? Да, в засаде стоит. Негодяй. Как же он сильно бьет. А двух скелетов вы из множества уничтожили. Это, конечно, хорошо, но это очень плохо. Их очень много еще. Возможно, всю серию будем осматривать эти катакомбы. Готово. Обязательно сохраняемся. Я не хочу заново их уничтожать. Цвет пропал. Так интересно, а в готике есть какое-нибудь заклинание на доспех? Вот это заклинание было бы весьма-весьма полезно мне. Так, вас двое. Еще один. И все трое бегут. Не, чтоб по одному. Отстали. Эй, дурила. Это обычный скелет. А почему я не могу прыгнуть? Я пытался от него прыгнуть давно. Что за бред? Скелет-разведчик и обычный скелет. Ну давайте кто-нибудь один, идите уже. Вот воина мне не хватало. Убегаем от воинов. Пусть они по одному подходят. Это нехорошо. Камера. Не закораживай мне проход. Я специально так стал, чтобы смотреть, идет кто или нет. Неадекватность. Привет. Опять успевает он своим топором махнуть. Давайте один из вас только залезет сюда. Отлично. Подлечиться. Скелеты воина, они такие, что нельзя оставаться без здоровья. Так, где ты тут застрял? Победа. Так, это вроде последний. Где твой топор древний? Они просто обязаны охранять какой-нибудь царский меч. Не древний, а царский, который наносит 100 единиц урон. Я был бы счастлив и рад, увидев такой. Вроде я... Нет, не всех, да как хоть так? Хотел сказать, вроде я всех одолел. Нет, еще один есть. А что это там красное горит? Неужели там будет какой-нибудь скелет-маг? Эй! Упс, я свалился.
Бежит за нами, друг. Не знаю, кто ты, но я от тебя убегаю. Вроде я воин. У воина вроде бы такие топоры. У разведчиков короткие косы. У обычных скелетов древние мечи. Мне не нравится та фигура, которая стоит с огненным шаром или что это, красная в руках. Да, скелет-боец. Ох, как удачно, ты уперся в этот, в эту балку, штольню. Как это называется правильно? Да, скорее всего, балка. Он не мог ко мне подойти, но был на дистанции моей атаки. Великолепно. Так, а теперь с красной штукой расправиться надо. Надеюсь, там больше не будет скелетов. Да, это призрак какой-то. Что он делает? Он читает заклинание. До свидания. А сколько раз он может это заклинание прочитать? Хотя так можно и опыт фармить. Обычных скелетов мы вроде легко побеждаем. Вот кто это, воин? Да, вот это скелет-воин. Скелет-боец, точнее. Он там застрял. Это дает повод над ним поиздеваться. Здесь у него... вылезет оттуда. Так, ловкость. Длинный лук ранит его или нет? Пам. Да, ранит, но... если и наносит повреждение, то единицу. Ай! Лучше загрузиться. Так будет быстрее и больше здоровья сэкономим. А ну-ка, свет. Защита от оружия. Она у меня и стоит отлично. А в ближнем бою сейчас разберем также на дистанции. А я могу их даже не подпускать, если вовремя нажимаю. Вправо-влево, вправо-влево, как хорошо. А ты так можешь бесконечно колдовать? Мне кажется, что он может это бесконечно делать. Бесконечно тоже могу мечом же махать. Поближе. Ох! Действительно, ох. А если я заманю сюда скелетов и пойду убиться с этим лечом? Надо попробовать. Мне кажется, если я их уничтожу, он снова призовет.
Отойди на дистанцию атаки, скелет-боец. Ну, он застрял, это его проблема. Пробуем. Сейчас бежим бить лича. На скелета не обращаем внимания. А ты тут откуда взялся? Немного ранили. Действительно, ох. Несколько заходов придется его одолеть. Сейчас главное убежать. Меня никто не преследует, замечательно. Но он просто обязан при себе иметь что-то ценное, либо охранять что-то ценное. Я буду чрезвычайно расстроен, если это будет не так. Упс. Достань меч. Да что происходит? Вроде как я наполовину ранил лича, то есть мне нужно убить опять же скелета воина. А скелеты обычные нам не так сильно наносят урона. И можно снять еще либо треть, либо половину. И будет победа. А, это разведчик, даже не воин. Так упрись, пожалуйста, в балку. Готово. Это просто боевые тренировки. Мне кажется, после этих тренировок одноручным оружием я не захочу тратить навыки, очки обучения на владение двуручным. Пробуем опять же добежать до лича, его ранить. Здесь он не умеет себя исцелять. Тогда вот он один стоит. Вроде как один. Скелет маг туманной башни, вот как он зовется. А ты можешь не летать над сундуками? Победа. Великолепно. А с тебя что-нибудь выпало? Вино, пиво, кусок руды. Арабский гриб, 5 гриб. Тонны древних мечей. Он здесь все это время скелетов вызывал? Дай-ка я возьму факел. Я не хочу провалиться в какую-нибудь яму в полу. Чуть посветлее стало. Зелье. Ночная тьма. Старый сундук. Просто 117 руды. Вы шутите? Я столько руды получал, просто воровая сундуки в старом и в новом лагере. Это не смешно. Во втором сундуке должно быть просто обязательно царское оружие. Как на него можно переключиться? Вот как мне его выделить? У него явно что-то при себе должно быть ценное. Потому что я выделяю иначе сундуки вечно. Здесь также 100 руды, которая нам особо не нужна была. Закрой сундук. Так, старый сундук.
Как мне этого скелета выделить-то? Вот обидно будет, если у него квестовый предмет. Ладно, сейчас я поставлю на паузу, покручу камеру, постараюсь его выделить. Итак, я вернулся, мне удалось выделить этого скелета. Посмотрим, что у него. Хромания. У него какая-то книжка. Она должна дать нам 100 единиц очков навыков. Она нам ничего не дает. Хроманин. Тот, кто готов отказаться от всех земных страстей и следовать тропами правды, должен узнать, где сокрыт источник моей силы. Найди его. Он будет способен разрушить все, что соединяет его с этим миром, и покажет, что он готов принять знания хроманина. Мудрый пересматривает свои прошлые дела свысока, прежде чем начать что-то новое. Супер! Книжку за 100 руды. Чужак. А я взял у скелета мага в туманной башне одну очень странную книгу, хроманин. Она содержит непонятные вещи. Не написано, что таинственный некто создал этот мир. Мудрый пересматривает свои прошлые дела свысока, прежде чем начать что-то новое. Да, я еще ничего не понимаю, но может быть скоро что-нибудь прояснится? Может быть и прояснится. У нас появилось новое задание «Чужак». Идемте вглубь. Либо это путь наружу, либо эта вся серия будет посвящена этим руинам. Под маяком, катакомбам. Так, два пути. У нас заклинание света отвалилось. Кроме того, давай-ка я выпью зелье. Одного достаточно. И а что я факел бросил? Оно поднял. Здрасте. Опять скелеты. Скелет-воин. Скелет-воин — это всегда плохо. Победа, теперь обычного разобрать. Мы отлично справились. Бульк. Так, что за ними здесь будет? Обширное пространство. И здесь опять же лабиринт. То есть я еще ниже спущусь, где очередной призрак будет? А если я пошел бы другим путем? Так, стоп. Я шел вот сюда, повернул сюда. Если я сюда поверну? Тупик, замечательно. Как я люблю тупики в таких местах. Так, здесь тоже тупик. Замечательно, а тут выход куда-то... Еще непонятное место. Арабский гриб. Я вижу тут вода. Тут бочки. За бочками припрятано что-нибудь? Нет, обидно. Это прям какая-то пристань. А где я на карте? Я чуть ли... Не подбираюсь к границе. Границы... А там, где заканчивается этот купол. И купол может меня запросто убить. Ну, допустим, я вышел сюда. И зачем? Чтобы проплытие меня убило? Как-то странно. Я туда дальше выходить не хочу.
Хотя до купола еще много места, но все же. А куда вел другой нас путь? Этот ведет наружу. Так, я вообще куда иду? Это я поднимаюсь опять же. Поднимаюсь в самый верх. Стоп, я заблудился уже. Я в прошлый раз шел вниз. По левой стороне шел. Где-то здесь наткнулся на скелетов. Где-то их победил. Вот эту развилку я помню, я сюда подходил. А, ну все, то есть мы осмотрели всю территорию, и в общем нас вывело на побережье, на котором нету ровным счетом ничего. Подняли книгу, подняли. Которая ничего нам не объяснил, не сказал, ну ладно. Возможно, мне стоит доплыть до корабля. Проверим. Главное, чтобы меня барьер сейчас не убил. Так, ну на дне ничего вроде не видать. Здесь будут огненные ящики. Что со мной? А ну всплывай. Тут будут огненные ящерицы, которые одним дыханием меня убивают. Вот они, собственно. Отсюда я могу в них магии зарядить? Давайте выпьем зелье и попробуем кулаком ветра им двинуть. Почему я не выделяю никого? Огненная ящерица, допустим. Ох, вообще детский урон. Если я заберу сюда. Ай! И все. Один раз дыхнул, и я сгорел. Печаль. То есть у нее огненное дыхание. Насколько урона? У меня здоровье 232. Это не ящерица, а какие-то драконы получаются. Ладно, сейчас тогда я остановлю запись и потом вернусь в каком-нибудь другом интересном месте, которое можно осмотреть. Итак, так как я больше других особых мест не знаю, предлагаю разобраться вот здесь с орками. Так как мы уже натренировали ближний бой на скелетах, можем, я думаю, и с ними справиться. Только бы они по одному подбегали ко мне. Отлично, один бежит. Отойдем подальше, чтобы его товарищи не заметили. Орк-солдат. Но мы его не подпустим на дистанцию атаки, а если несет, то всего лишь пару ударов. Победа. Хорошо, рок. Жаль, что их тела нельзя оббирать по-прежнему. Поедим мясо. А вот эта башня впереди, это какая-то орочья башня. Наверное, там их главный король или шаман сидит. Так, а вот эти сразу вдвоем стоят. Заметьте меня по одному. Нет, двое заметили, это плохо. Хотя почему, попробуем и с двумя сразиться сразу. Опа. Так, а он затупил как-то. Так легко. Да ладно, так легко с орком справился. А второй где? Тут был еще один. А ух ты, вот он. Отлично, замечательно. Вообще без проблем. Кто эти орки такие? Почему я с ними так раньше долго страдал? Еще один. Он один.
Да. Там еще волки, собаки. И новый уровень. Красиво. С учетом того, что я так лихо махаю одноручным оружием, мне уже кажется, а стоит ли тратить навыки на двуручные? Если, конечно, я мастером двуручного оружия буду также... О, торочи собаки. Вот торочи собаки — это просто ужасно. Их очень много, и они быстро меня могут загрызть. Целебное растение, серафис, исчезающий камень. И там тоже орочи собаки. Давайте посмотрим, что в этой башне, и, наверное, остановимся на сегодня. Я, конечно, могу попытаться победить собак-орков, но мне кажется, это как-то сложно будет. Я с ними пару раз встречался в лесу, когда бежал то в болотный лагерь, то назад. Они меня очень быстро загрызали. Ух ты. 4, 5... 5 орков. 5 орков. Можно, конечно, и до этой башни дойти, только вот зачем? А нет, их даже 6. Одну 6 я точно не справлюсь за раз. Так, а что в этой башне будет? Смотрим вверх. Подтягиваемся. Хорошо, лезем. Эй, выделяйся. Текстуры пропадают, орки пропадают. Ну, просто великолепно. Поднялись, чтобы просто посмотреть. Так, а здесь еще какая-то башня рядом. Но мне кажется, на ней также будет ровным счетом ничего. Сейчас спустимся, попробуем подраться с орками, собаками. Получится, не получится, и остановимся на этом. Можно, конечно, было бы их отсюда расстрелять, если бы я их мог ранить, и я умел стрелять из чего-то более мощного, чем длинный лук. Опять огненная ящерица? Да. К ней подходить нельзя. Это не ящерица, это огненный дракон. Один раз дыхнет и нас палит. Так, там какие-то... Стой. То есть я с такого расстояния могу стрелять? Допустим, вот я прицелился в кого-то. Но то ли не добивает, то ли я просто урон не наношу. Вот это сложно понять. Ладно, идемте к оркам. А это еще что? Тут впереди было что-то похожее на ворота. Мне кажется, это там, где орки живут, это вообще их город. Ну да, там их очень-очень много. Сюда лучше не соваться. Горный мох возьмем. И попробуем этих 6 одолеть. Хотя вот здесь вроде их 2. Правда, жерхи еще. Кто меня первый заметит? Ау! Мне кажется, меня первыми заметили все. Нет, орки заметили и как-то махнули рукой. Чего? Ну, беги на меня. Молодец какой. Какой красавчик. Победа. Кто теперь меня заметит? Вдвоем? Ну ладно, попробуем вас обоих одолеть сразу. О,
факт, что я смогу. Теперь убежать бы. Он за мной гонится? Да, гонится. Да, учача, учача. Может, я своими прыжками его собью с толку? Так, срочно пить самое мощное зелье. Второе выпить. Ну, просто замечательно. Два зелья потеряли. Очень неудобно. Почему его нельзя назначить на какую-нибудь цифру? Так, попробуем сейчас отсюда куда-нибудь аккуратно десантироваться. И чтобы этот орк застрял. Опаньки, застрял. Отлично. А теперь можем его победить. Иди сюда. Учача. Столько проблем доставил и такой простой. Главное нанести первый удар. Золотое правило готики. Теперь будем жерхов побеждать. А это еще чей топор? Я вроде бы подбирал. Еще один. Ну беги уж. Жерхам, мне кажется, на меня вообще плевать. Нет, начинают обращать внимание. Но они очень простые соперники. При этом с них очень много костей, когтей, зубов, клыков, мяса. Сейчас разберем эту стаю и остановимся на сегодня. Всех обобрал. Какая-то очень орочи собаки уже. Да, вот с собаками я биться не хочу. Так, они куда идут? Главное, чтоб не ко мне. Я про орков, которые впереди. Готово. И глядя на вот эту группу орков, остановимся на сегодня. Спасибо всем за просмотр. Если кому понравилось, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Подписывайтесь на канал. Всем спасибо. Всем пока!